Издревле считается, что балалайка – душа русского народа. Илья Морозов говорит, именно поэтому и выбрал этот инструмент. Вообще балалайка считается как фольклорный инструмент, но на самом деле это миф. На балалайке можно играть все что угодно. И сейчас это пытаются разрушить этот миф. Есть много композиторов, Алексей Архиповский, также есть профессор Андрей Горбачев, которые ведут концертную деятельность, создают произведения необычные для балалайки, с новыми штрихами, с новыми приемами, и разрушают этот миф. Идея проекта «Камертон регионов» заключается в том, чтобы объединить на одной сцене музыкантов из разных городов. Согласовать концертный график всех солистов и коллективов удалось трудом, но оно однозначно того стоило. Исполнители обменялись опытом и зарядились энергией локального колорита. Выступление в качестве солиста профессионального коллектива – это большой шаг. Это перебороть свой страх, это показать свое мастерство, это научиться чему-то, это научиться играть в ансамбле. Причем не просто в ансамбле, когда ты с одним пианистом, например, играешь, да, а в ансамбле с целым коллективом, в котором, не знаю, сколько у нас, около 60, наверное, человек. Надежда Бурдыкина – заслуженная артистка России. Отмечает, на концерте услышала отнюдь не провинциальное исполнение. Курские преподаватели настроены на расширение репертуара. Благодаря проекту в юных исполнителях нарабатываются навыки работы на большой сцене. Найти, познакомиться с талантливыми детьми регионов, областей, естественно, найти те изюминки, найти те яркие, интересные детские личности, которые бы потом могли, благодаря фонду Спивакова, продолжить свое образование музыкальное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Всего состоятся 17 концертов в 12 регионах. Екатерина Комарицких, Владислав Соболев. События дня.